Добрый вечер, с вами Фантом. Сегодня хочу показать опыт по просьбе Демакса про эффективность накачки резонансного контура. Вот это резонансный контур, 16 витков лицендрата на каркасе 7 сантиметров, конденсатор составной, чтобы не очень грелся. Значит, а это, собственно, трансформатор накачки. То есть вот это виток связи контура. Так, а это, значит, катушка возбуждения, к которой подключен ключик от генератора. Ну, блок питания. Я слово. Включаем. Потребление. Так, сейчас мы настроим резонанс. Вот он у нас слабый резонанс. Так, вот он. Значит, замечаем потребление 30 вольт, 0,95 ампера. Так. Дальше. Смотрим сюда. Значит, сюда подключен у нас вот этот токовый трансформатор. Вот он. Только трансформатор на проводе. Значит, отградуирован он так, что у нас осциллограф показывает амперы. Значит, первый щуп у нас подключен к колебательному контуру, параллельно конденсатору. И, соответственно, к токовому трансформатору, второй щуп, синенький луч. Смотрим на экран. Так, смотрим на экран. Что мы имеем? Мы имеем амплитуду 200 вольт. Как мы видим, РМС. Эффективное значение. Максимальное, конечно, гораздо больше. И эффективное значение тока 32 ампера в контуре. Перемножаем 200 умножить на 32. Получаем 6400 ватт. То есть вот в этом контуре сейчас у нас крутится 6,4 кВт энергии. При этом накачка у нас составляет 30 умножить на 0,90, 45, 28,4 ватта. Делим 6400 делить на 28,4. Получаем эффективность накачки 225 раз. Еще раз. Оп, напряжение упало сейчас. Всем спасибо за внимание.